так выглядит горячая пайка натурального мармолиума, то есть это натуральное покрытие. У нее есть свои плюсы и минусы. Одно из минусов натурального покрытия таково, что любая капля кофе или какого-либо вещества, там, не знаю, растворитель или еще что-либо, попавшее на натуральное покрытие, она никогда с него не стирается, на нем остается. То есть она очень мягко относится к агрессивным повреждениям любым проявлением какой-то агрессии по отношению к натуральному материалу. То же самое можно сказать о паркете и о любом натуральном дереве. Поэтому здесь есть свои тонкости работы. Значит, смотрите, здесь у нас есть несколько видов рисуночков, и мастер, прежде чем начинать пайку шва, обязательно должен ее подрезать. То есть, смотрите, она подрезана. А причем она подрезана по 35 градусов, по такой конус, как римский замок. И потом она пылесосится, и ее заливают таким образом. И получается у нас вот такой интересный рисунок. Стоимость такой работы, ну, варьируется, ну, порядка 10 евро за квадрат. Режиссер, пора зарплату платить. А?